Здравствуйте, дорогие мои друзья! Предлагаю вам сегодня картошку, запеченную в духовке. Нарезаем картошку. Добавляем орегано, соль, перец сладкий. У меня йогурт греческий 5%, вы можете добавить сметану, чеснок и немножко горчицы для пикантности. Все это перемешиваем и оставляем минимум на полчаса. После этого выкладываем в противень и запекаем при 180 градусов 40 минут. Посмотрите, какая красивая картошка у нас получилась. Горчица и паприка придают ей пикантный вкус. Йогурт – сочность. Очень хорошо подавать и с мясом, и как отдельное блюдо, с салатиками и запеченными овощами. Это действительно очень вкусно. Приготовьте, и вы не пожалеете. А так это все выглядит на тарелке. Приятного всем аппетита, друзья! До новых встреч!